Всем привет! Сегодня короткое видео как дополнение к основному видео про редуксин. Это видео стало очень спорным, и мне каждый день кто-то пытается доказать в комментариях, что это работает. Дорогие мои, редуксин работает только на купирование чувства аппетита. И только поэтому люди, принимающие его, могут в какой-то момент снизить вес. Но когда человек перестает его пить, аппетит возвращается. И это нормально. Пить всю жизнь его нельзя, да и не будете вы это делать. Вес вернется 100%, потому как те, кто принимают препараты для похудения, не решают самую главную, основную свою проблему, причину набора веса. А причина – это нарушение пищевого поведения и, мягко говоря, плохой набор продуктов. Когда у вас дома прорыв, бесполезно подставлять ведра и радоваться, что проблема решена. Когда у человека болит зуб, не надо пить обезболивающее, а надо вылечить его. Любую проблему надо решать с ее корня. Да, редуксин применяется в комплексной терапии вместе с программой питания для людей, страдающих ожирением второй и третьей степени, с большим нарушением пищевого поведения. В комплексной терапии, где главную роль играет грамотно составленный протокол питания. Тем, кто до сих пор ищет волшебную пилюлю, скажу, не ваш аппетит виноват в лишнем весе. Аппетит и голод – это природное чувство, и это нормально. Проблема в выборе ваших продуктов. Потому как именно еда будет определять, через сколько ты захочешь есть, на какой продукт тебя потянет, сколько ты его съешь, еда действительно меняет наше пищевое поведение. И да, еще добавлю, даже если вам удалось снизить вес с помощью таблеток для похудения, вопрос в том, как долго и каким образом вы будете удерживать полученный результат. Закрепление результата происходит в течение 3 лет. Но, как показывает практика, никто после такого ленивого похудения не удержал вес даже полгода. Конечно, худеть правильно, так сказать, по-научному, или ходить по граблям – решать вам. Но просто задумайтесь на секундочку, если бы была таблетка, которая решает вопрос лишнего веса, неужели бы ожирение было сейчас проблемой номер 1 в 21 веке? Подумайте над этим. У меня на сегодня все. Пока-пока.